Вот, мамашенька, ваши две доченьки родились, близняшки. Вау, чуть-то у одной на лбу, я не понял. Две девочки, одна красивая, другая не очень. Так, ладно, возьмем себе только то, что симпатичнее. Ну, мама, а я? Как же я? Я не знаю, что у нее за пятно на голове, медсестричка? Это родимое пятно, вы же мама, вы должны любить обоих. Но она же страшная, как мама, я ее могу любить? Ну, пожалуйста. Вам нужно научиться любить обоих своих детей. Она, может быть, со временем пройдет, и вы даже не заметите. Ой, моя жена там родила. Бегу, бегу, бегу. Дорогая, ого, две девочки. Одна симпотная, вторая не очень. Ну ладно, возьмем ту, что покрасивее. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? Раз, два, три. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Так, ну что, так празднуем в кафе рождение нашей прекрасной мама, дочери. А как же я? Я тоже корону хочу. Тебя что, опять оставили? Да. Ну ничего, сейчас я тебе что-нибудь придумаю. Вот вам подарочки в честь вашего дня рождения. Ура, мне тоже подарочки. Ты знаешь, по-моему, мне кажется, это будет два подарочка нашей королеве. А ну тебе почему? Подарочка не будет. Ну, потому что мы дарим только красивым детям подарки. Ну, ничего страшного, возможно, со временем. Вот, аж тут два зайца, ну, вот тебе два одинаковых. Ну, одного зайца хотя Нет, бы. Тебе это все королеве, ну, в левую руку и в правую по зайцу. А тебе не положено. Ой, слушай, а ты что тут лежишь? Ха, соска упала, да обалдеть. Я тут всегда лежу, хватит мне слушай, пихать. Слушай, а давай мы тебе клюкуху дадим, хочу. Будешь пятнышко-ромашка. Так, я приехала, отправляемся все гулять. Так, ты садись в свою коляску, которая коричневая такая страшная. А ты в розовую, королевскую, красивую. И поедем делать я в коричневую? Фотосессию. Здравствуйте, девочки. И смотрите, какая у меня красивая доченька родилась. Вау, она же просто принцесса. Просто супер. Так, садись, пожалуйста, в наш манежик. Сейчас мы тебе нададим всяких игрушек и будем тебя фоткать. И запостим в детский журнал фотомоделей, да. Так, вот тебе бантик на лоб, вот тебе мишку на лоб. Все, сиди, не шевелись. А я? Можно меня нет, тоже? Нет, нет, доченька, тебя нельзя, потому что ты у нас такая себе не очень красивая. Это у нас фотосессия для красивых только детей для журнала. Поэтому ты посиди здесь. Будете со мной дружить? Нет, ты че? Нет, а че у тебя на голове? Ты че, в ромашковом поле заснула? Нет, или ну тебя пожалуйста. Там, может быть, родили? Не знаю, мы не хотим с такими дружить девочками. Сейчас я ее пранкану. Я везде по квартире расставлю зеркала, чтобы когда она приехала в свою комнату, она офигела. И все зеркала будут отражать ее ужасное родимое пятно на лбу. Что это такое? Что? Это как я выгляжу? Ну кто это мог сделать? У меня это на пол лица ромашка. Ну почему так? Почему она у меня? Ха, а мы тут сделаем прическу. Меня тут расчесывают. Ну я тоже хочу прическу. А тебе не поможет. Первый день в школе. Так, ладно, пойду поставлю свои. А, привет, будем дружить? О, давай. Ты знаешь, я что-то передумала. А что у тебя на лбу такое? Это ну что это у тебя? А кто-нибудь хочет со мной дружить? Привет, девочка, можно возле тебя сесть? Садись, конечно. Ой, нет, ты знаешь, не садись. Ты знаешь, я что-то передумала. Что у тебя на лбу такое? Ты в ромашках заснула? Убирайся, я тут сижу вообще. Это мое место, моя подружка ну будет. Ну почему? Я нормально, я буду с тобой Хотите дружить. Хотите со мной дружить? Ты что? Ты себя в зеркало видела? Иди, может быть, помойся, а потом с тобой будем дружить. Привет, можно с тобой? Нет! Ты чего? А вдруг это заразно или передается? Что же со мной будет тогда? Ни в коем случае, я не хочу. А вдруг это как-нибудь можно получить себе тоже? Что у меня тоже такое пятно! Обалдеть! Это передается! Это вирусно! Господи, не подходи ко мне! Нет, я ничего не делала! Это мое родимое пятно, оно не передается! Твое родимое пятно, оказывается, передается! А, вот это я пранканула, я ей просто нарисовала! И теперь у нее будут проблемы в школе, потому что все будут бояться с ней дружить! Привет! Сейчас еще этим в столовке нарисуем. Так, три ромашечки, все. Оно передается! Слушайте, нужно держаться от нее подальше. Это родимое пятно заразное. Оно стало у нас у всех тоже на пол лица. Капец, эта ромашка приносит несчастье. Да-да-да, сейчас мы еще это нарисуем. Вот это да, вот это фу. Она только прошла мимо, а у меня уже на лбу я что-то чувствую появилось. Это же пятно, точь-в-точь, как у нее. Господи, нельзя с ней общаться, нужно Привет, всем в школе девочка. Сказать. Нет, я не хочу с тобой, держись от меня, Привет. Пожалуйста, подальше. Нет, я не могу тебя подпустить, потому что уже по школе ходят слухи, что твоя ромашка передается. Вот это я всех пранканула, особенно свою сестру. Что ты наделала? А что, разве не весело? По-моему, классно. Моя Нет, задача была, чтобы с тобой не никто не дружил. Это что, твоя сестра, что ли, вот эта с ромашкой во лбу? Да, прикиньте, пацаны, вот это у нас такая родилась сестричка. Да, обалдеть. Дайте мне свою шапку, вы вообще не обижайте меня. Уходим от нее. Ну что мне делать, почему все меня обзывают? О, я коробку нашла, я смогу закрыть свое родимое пятно.
Может, хотя бы тогда... Дзынь-дзынь-дзынь, школьный день закончен, Бокси-Бу отправляется домой. Ладно, я тогда пойду на автобус домой поеду. Уже ночь наступила и следующий день. Что же мне делать? Надо хоть челку себе закрасить, чтобы не было вообще видно его. Привет! Привет, сестренка моя уродинка! Мы отправляемся учиться в институт и будем с подружкой... А я пойду туда, тоже, ну, в другую комнату. Почему тебе такое дорогое всегда дают, а мне нет? В разные места с тобой уезжаем. Привет, девочка. Привет, а я тоже, кстати, уеду в общежитие жить при институте. Надеюсь, мы с тобой попадем в одну комнату и будем вместе. Ты вроде такая ничего, веселая, компанейская. И мы с тобой будем дружить, наверное. Да, как ты думаешь? Ну все, наша остановка, выходим. Так, это... Ёпстиль, а куда ж идти? У тебя навигатора случайно нету в телефоне? Женщина, здравствуйте, есть где телефон подзарядить? А, вот она наша комната, точняк, вот это мы пришли в тему. Какая классная комната. Обалденская. Ну что, кто на каком этаже будет спать? Я тебе уступаю, хорошо. Хорошо, так оденусь, переоденусь, сниму заколочку. Она идет! Ой, а что это у тебя на голове такое? А, ничего, это не ты еще не видела. Как ничего, я же сама видела. Это секрет, просто у тебя что, родимое пятно на лбу? Прикинь, у меня тоже, в форме бабочки. У тебя бабочка. Да, у меня это мое родимое пятно, я с ним родилась, меня тоже в школе все смеялись. Никогда не думала, что найду кого-нибудь с такой же работой. Мы будем с тобой лучшие друзья, ты моя лучшая подружка. Не волнуйся, я тебя в обиду не дам. Привет, Тольке. Привет. Ой, это что, новенькие? Ну, привет, привет, девочки. Да, будем дружить, я надеюсь. Да, так, давай. Ну что, может быть, на каникулы зимние куда-нибудь рванем, снежки давайте, поиграть? Давайте, на тебе. Я убегаю! Бежим! А ой, я сейчас тебя отдаю! В лобешник попаду. Блин, мои волосы, что мне делать? Сейчас все увидят, то, что у меня эта штука есть на лбу. Тихо, девочка, у тебя родимое пятно вылезло, не волнуйся, у меня с собой есть расческа. Я тоже страшная, как и ты, с собой всегда ношу расческу. Все откуда нормально. У тебя была в такой я тебя всегда сумочке? Спасу, я тебя никогда не брошу. Привет, привет. Слушай, а что вы там это расчесывались посреди зимы? Да. А, просто поговорили, ну ладно. Так, ой, это же рюкзак моей сестры, а меня переселили прямо ее в комнату. Привет! Что ты тут делаешь? А меня переселили к вам в номер, и я буду теперь жить с вами. Я переехала, поэтому я теперь убрала твой чемодан. Зачем? И там будет стоять мой... А не знаю чего. А это будет мой стол, здесь я буду краситься. Хватит! Что мне делать? Как мне от нее избавиться? Я не хочу, чтобы она не здесь была. Не волнуйся, ну может быть мы привыкнем и сможем как-то жить втроем на следующий она день. Она всем расскажет. Так, давайте все сделаем фотографию. Ха, фотографию. А вы что знаете? Ты делаешь? А вы знаете, что если ей отрезать челку, там ужасное пятно ромашка родимое. Ты чё? Так оно ж совсем не ужасное. Оно очень даже классное и прикольное. Это же вау! Я тоже себе такое хочу. Девчонки, что? Прикиньте, родиться с таким пятном, когда у тебя на голове цветочек. Это же просто прекрасно. И это совсем не страшно. Вам что, правда нравится? Да, ты самая красивая в нашем классе. Даже несмотря на то, что у тебя ромашка. Она, мне кажется, даже тебя украшает. А мне кажется, это будет даже новый тренд. Слушай, ты очень популярная девчонка в нашей школе. Расскажи твой секрет. Привет, а у меня есть такая бабочка. А у меня такая бабочка. Супер. Так, блин, а вы что, случайно не близняшки? Вы так нет. Похожи. Оу, слушайте, эти прям девчонки очень даже модные. Мы даже сделали себе такие же, как у них. На эти татуировочки, сердечки, тюльпанчики и ромашки. И теперь мы сможем все зафоткаться. Да, мы все отрезаем давайте, себе челку. Давайте, миллион лайков. Миллион лайков набираем в Ютубе и в Инсте. И, ой, блин, все, класс. Все, весь мой план провалился, моя сестра самая популярная в школе, что же мне делать, я этого не ожидала. Всегда помните, вы все прекрасны, и даже несмотря на то, что вы скрываете, ваши особенности, это только ваше достоинство, друзья. Всегда цените все ваши особенности, поддержите лайком эту серию. Спасибо каналу, который делает такие видосики, ссылочка будет в описании. Вас очень любим. Любим. Стараемся только для вас. У нас самые лучшие. Всем пока-пока. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Макс. Team Play Games Family. Пока.